У этой рыжеволосой девчонки, которой всего-то 15 лет, вы только подумайте, 8 миллионов подписчиков на разных социальных платформах. Лиза – видеоблогер, свои короткие ролики она снимает давно и даже зарабатывает неплохие деньги. На встречу с министром промышленности региона пришла с серьезным вопросом. Как подросткам платить налоги самим легко и чтобы они были вменяемыми? А вот Женя Гусев также, несмотря на свой юный возраст, уже давно известен нижегородским модником. Женя – дизайнер. Его толстовки и футболки продаются и в интернете, и в крупных торговых сетях. Таких юных и перспективных предпринимателей на самом деле становится все больше. Министр предпринимательства региона Максим Черкасов проводит круглый стол по теме вовлечения молодых представителей региона в предпринимательскую деятельность. В регионе действует программа по основам предпринимательства для школьников 14-17 лет. Раньше у нас максимальное количество предпринимателей работало в торговле, если помните, да, то сегодня мы видим, что у молодых ребят возникают интересные идеи дизайнерской одежды, создания каких-то услуг, развивается интернет-ресурс. То есть это говорит о многогранности молодых ребят. Всего по Нижегородской области уже более 2000 молодых людей зарегистрировались в эту программу. Знания о том, как грамотно вести предпринимательскую деятельность, они получат уже в этом году. Наталья Лисова, Михаил Городников. Время новостей.